Сегодня вы дали пресс-конференцию, погуляли по городу. Какие впечатления от вообще поездки? Ну, впечатление, знаете, ностальгия. Все-таки это был какой-то период. И я знаю Армению другую, что она жила футболом, полный стадион. А Киевская «Динамо» всегда здесь любили. И мы всегда с удовольствием сюда приезжали, потому что много друзей было, играли в «Арарате», поддерживали. У меня дома были, я приезжал, у футболистов был дома тоже. У меня близкие отношения были с Оганесом Заназаняном, с Леоном Иштаяном, с Хориком Оганесяном, с Аликом Абрамяном, Коваленко, Бондаренко. Ну, это были незарядные футболисты, которые, в принципе, была армянская школа. И была очень хорошая и добротная школа. А поддерживаете связь сейчас с футболистами «Арарата»? Ну, в принципе, да. Время идет, мы становимся все взрослее. Одни болеют, другие, конечно, поддерживаем. Есть сыновья, которых футболистов остались, которые нуждаются в какой-то помощи. Поддерживаем, созваниваемся. Я сегодня встречался со многими, потому что там Оганес не мог, болеет чуть-чуть, и сын приходил. С Аркадием Андреасяном разговаривал по телефону тоже, пока какие-то со здоровьем проблемы есть. Ну, в принципе, поддерживаем связь. А вот чистая атмосфера Еревана, Армении, люди, что поменялось? Ну, город стал, знаете, я сегодня нашим ребятам гуляли, я сказал, чувствуется, что спокойствие, что люди счастливые гуляют. Я понимаю, что есть какие-то экономические проблемы, но город стал почище, город стал посвежее. Центральная – это ваша улица, красивая очень, погуляли. Я всегда любил Армению, я с удовольствием всегда сюда ездил. Во время Советского Союза был один чемпионат, да, а сейчас разные страны, разные уровни. Как вы думаете, распад Советского Союза повлиял на развитие футбола в наших странах или нет? Ну, он повлиял. Те команды были, которые слабее, они еще стали слабее. В принципе, была хорошая лига, была армянская школа, была азербайджанская, была ташкентская, была украинская, была российская. В совокупности футбол выигрывал, потому что все было по-разному. И я уже приводил пример. Попасть в национальную сборную СССР – это было очень сложно, потому что такие футболисты, как Левон Иштаян, не играли никогда в национальной сборной. Они в олимпийской, во второй сборной играли. И, может быть, особняком стоит в этом плане Харен Оганесян, потому что он и при Бескове, и при Лобановском, и при Симоняне играли в национальной сборной. Так что лига была очень сильная. И в этом плане сейчас зато Армения и Украина на чемпионате мира самостоятельными государствами играют. В этом плане, конечно, выиграли. А в плане качества футбола, конечно, проиграли. Немножко горький вопрос, но Украина всегда славилась своим футболом. Украинский клуб «Шахтер», «Динамо». И еще Украина имела успех на чемпионате Европы и мира, да? Ну, априори. А как сейчас дела у вас? Ну, у нас, наверное, чуть-чуть получше, чем у вас в плане клубного футбола. «Динамо» Киев чуть-чуть тоже, ну, правда, и выигрывает, играет в Лиге чемпионов, но ничего не выигрывает. «Шахтер» давно ничего не выиграет. Сборная, наверное, такая же ситуация, как у вас. Мы раз попали на чемпионат мира и дошли до какого-то этапа. Но, в принципе, мне нравится армянская сборная сейчас. Я тоже смотрю ее. Есть свои лидеры. Это не та сборная, которая можно было приехать и сказать, что мы выиграем здесь. Уже есть какое-то лицо, есть лидеры, и я с удовольствием смотрю армянскую сборную, потому что транслировать есть сателлиты, благо можно смотреть это все. А чем вы сейчас занимаетесь? Я сейчас помогаю, советником работаю, ну, воспитываю внуков, детей, как у каждого человека, который достаточно долгую жизнь прожил в футболе. Наверное, есть дефицит во времени, потому что дети без меня выросли. Сейчас правильно говорят, что дети – это одно, внуки – это нечто большее. Ну вот, постараюсь, потому что у меня уже 4 внука. Четвертый будет внук. 3 внука есть, а дочь в положении четвертом. Ну вот так живем. Еще последний вопрос. Вот всего 2 дня, да, у вас здесь в Ереване, перелеты, не знаю, там.
И ну, все с радостью согласились приехать, особенно сборная Советского Союза. Вот насколько важны такие матчи, да, для вас? Ну, приглашений много, но, в принципе, меня с Хориком очень много связывает. Но я чуть-чуть старше его. Но, в принципе, в одной период играли в сборной, много жили за границей. Я сегодня вспоминал, мы в Южной Америке с ним, я всегда возмущался. Горик, я могу хоть час уснуть? Как там в Бразилию приходишь, только один дверь закрыл, стук откроет. Хорик, Хорик Джан, армяне приходят, в Аргентину приехали. Я говорю, ну здесь хоть будет спокой? Ну и, в принципе, это одно время. Я не мог просто отказать ему. Если у меня есть время, я с удовольствием приехал, пообщался. Тем более, он там россияне прилетели. И тех людей, которых я планировал здесь в Армении увидеть, я, в принципе, увидел. Вам большое спасибо. Вам тоже. Удачи во всех делах.